Сегодня у нас очередная распаковка. Ну и еще здесь вам настольная. Детям уроки делать. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Я посмотрел, такие лампы в магазинах много дороже стоят, поэтому решил заказать. Цена и ссылка на эту лампу будет в описании. Вот она, пупырку, как всегда, завернута. Пупырка. Ух ты, она еще и в коробке. Ну, коробка помята, мне просто интересно, будет ли она работать. Так, коробки у нас. Ну, тут характеристики все на китайском. А нет, вот что-то написано здесь по-английски. 32 LED. Так, марка вот такая. Так, по-русски нет ничего. Ну, довольно много информации на английском языке. Очень много. Ну и на родном китайском. Достаем. Да. Вилка китайская. Дальше, что мы имеем тут. И все, и сама лампа, больше ничего нет. Переходника нет. Лампа такая. Ну, обернута она хорошо, кстати. Не помялась. Это называется умная лампа. Вот здесь вот кнопочки. Сейчас я найду переходник. И посмотрим. Вот я подсоединил ее. И тут кнопочка. Три режима у нее. Только что попробовал. Вот, вот посмотрите, сколько вот этих вот. Посмотрите, сколько здесь диодиков. Вот, ну, посчитайте сами. Кому интересно. Так вот. Она довольно, как полагается, туго ходит, но это хорошо. Здесь тоже нажимай, Павлик. Раз, просто даже можно докоснуться. Два, три, три режима. Кстати, довольно ярко светит. Ярко. Сейчас я выключу свет. В принципе, вот я выключил свет. Уроки делать при ней самое то. Свет теплый. Я не знаю, снимать ли эту обертку, вот эту вот, заводскую или нет, Павлик, как думаешь? Снять? Я еще было. Кстати, она и в руке удобно держится, она легкая, эта лампа. Ну, я сниму потом обертки эти все. Так она выглядит. На вид она очень прочная. Включил свет, чтобы еще раз продемонстрировать, я ее выключу. Очень плавно нажимается. Так, тут еще что-то написано. Смотрите. Павлик, тебе нравится? Нравится. Если я включу эту лампочку, будешь читать под ней? Угу. Нажимай. Вот, еще раз. Покажи, вот, еще раз понажимай. Вот, ребенок просто касается. Лампа загорается. Посчитал 32 диодика здесь. Значит, 32 LED, это означает 32 диода. Классная вещь. Да, подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди много всяких распаковок. Кстати, вот, очень удобно, она мало места занимает, если вот так складывать. Впереди еще много распаковок разных. И вообще видео. Ага, вот еще что у нас тут есть. Теперь я посмотрел. 7-2. Ну, короче, если видно, здесь вы посмотрите, здесь характеристики основные указаны. В основном все по-китайски, конечно. Здесь вот платформа, она очень мягкая и такая, ну, очень удобная, ну, как приятная на ощупь.